Некоторые подробности организации учебного процесса в четвертой четверти сегодня сообщила министр просвещения Алла Николюк. В наших документах, в приказе о начале четвертой четверти не прописывали, до какого срока это. И очень надеемся, что в течение 2-3 недель ситуация улучшится, и мы сможем выйти на очное обучение. Все будет зависеть от уровня заболеваемости. Пока эпидситуация не улучшится, на удаленке остается и начальная школа. По словам министра, это крайняя мера. За все время пандемии начальные классы учились в онлайн-режиме всего 1/4 в самом начале. Но уже сегодня утром родители всех учеников младших классов получили от учителей задание. Работа строится таким образом, чтобы школьник не сидел все 4 часа перед экраном компьютера. Что касается старшей школы, ЕГЭ у выпускников не будет. Это уже окончательное решение, сказала Алла Николюк. Итоговой аттестации в 9 классах тоже не будет. Школы принимают решение, и наши рекомендации были, они отосланы давно, в том, чтобы выставить просто по годовым оценкам, не проводить промежуточную аттестацию. Я думаю, что это вопрос нескольких дней, определиться с документами. Приемная кампания вузы в этом году, скорее всего, пройдет по типу той, что была в прошлом. Вступительные экзамены выпускники будут сдавать в самих учебных заведениях и только по некоторым специальностям. Окончательное решение примут после консультации с руководством Госуниверситета.